Когда Иисус оставлял нашу землю, Он оставил Своим ученикам очень важное поручение, которое сегодня называется «Великим поручением», и записано оно в Евангелии от Матфея, 28 главе, 19-20 тексты. Итак, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Хотя это поручение и не ново, но вся жизнь Христа была посвящена именно этому служению, и оставляя землю, Он поручает Своим ученикам продолжить Его дело, продолжить это служение, продолжить учить людей, помогать им во всем мире. Как это сделать? Вот тот вопрос, который чаще всего вызывает размышления над этим библейским текстом. Здесь же в Евангелии от Матфея, в 4 главе, мы читаем историю, когда Иисус однажды приглашал на служение учеников, тех, кого мы знаем, как 12 апостолов. И мы читаем в 4 главе стих 18-19. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». На первый взгляд, достаточно двузначное понимание – быть ловцами человеков. Что это значит? Что значит ловить людей сегодня? Может быть, исполняя великое поручение Господа, нам нужно говорить об этом громче, больше, успеть поставить большую аппаратуру в центре города, рассказать об этом как можно больше людей. Некоторые люди говорят: может быть, вы поэтому заманиваете людей, вы любым способом пытаетесь, чтобы они пришли, вошли. Но не об этом говорит Иисус. Это было бы слишком просто – сделать чудо и привлечь за собой людей, накормить их и пригласить их в церковь. Но быть ловцами человеков – это то искусство, которое Иисус хотел бы дать людям. Прежде всего, оно основывается на абсолютной честности. Здесь нет хитрости, здесь не может быть места какому-то лукавству, расчету. Но приглашая людей, Иисус учитывает одно очень важное правило. В своей жизни Он никогда не использовал ни хитрости, ни насилия. Поэтому Своих учеников Он ожидает то же самое. Именно помочь людям принять решение. В чем-то это похоже, наверное, на работу хороших педагогов, учителей. И именно это один из тех методов Иисуса, на который я хотел бы обратить внимание. Помочь человеку принять решение самостоятельно. Это не будет чужое решение, это не будет правило, которое ученики заучили. Это не будет просто выполнение какого-то поручения, но это именно осознанное, сознательное служение Господу. В Евангелии от Луки, в 10 главе, описана одна история, которая, мне кажется, объясняет и дополняет, как должны действовать Божьи дети, Его ученики. Однажды мы читаем здесь, что Иисус, приглашавший на служение учеников, однажды встретился с человеком, который задал ему неожиданный вопрос. «Учитель благий», — сказал он, — «что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» Простой и вместе с тем очень сложный вопрос. Мне нравится то, как Иисус отвечал людям, как Он говорил с ними. И это прекрасное правило, которое необходимо нам. Итак, Иисус в ответ ему сказал совершенно неожиданные слова. В законе как написано? Что читаешь? Вы знаете, несколько раз встречаются в Библии примеры того, что Иисус помогал человеку самому ответить на свой вопрос, самому найти ответ, потому что чужой ответ не будет принят как свой. И здесь с этим человеком он поступил точно так же. Нужно сказать, что этот вопрос был очень сложным. Об этом возникали споры среди последователей народа Божьего. Но вместе с тем, от того, как Иисус ответил бы на этот вопрос, зависело очень многое. Итак, Иисус помогает этому человеку самому ответить на свой вопрос. Как написано, как читаешь? Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою, всею крепостью твою и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
Иисус ответил ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но желая оправдать себя, он сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Знаете, исследователи Библии говорят, что в этой фразе акцент сделан на слове «ближний». Кто, да, а кто именно ближний? Кому я должен оказывать милость? Кому я должен служить? На это Иисус рассказывает ему знаменитую историю, которую знают, наверное, все. Это притча о милосердном самарянине. История о том, когда человек пострадал от разбойников и лежал израненный, нуждаясь в помощи, и мимо прошел священник, левит, люди, которые должны были, наверное, как никто другой, послужить другим, потому что они были Божьи дети, Божьи рабы. Но только лишь самарянин подошел и оказал ему милость. Знаете, интересно, рассказывают, что в то время отношения между иудеями и самарянами были такие, что если бы самарянин лежал в пыли, израненный и избитый, благочестивый иудей, увидев, что это самарянин, подошел бы и плюнул с радостью и пошел дальше, потому что вот такие были отношения. Но самарянин проявляет неожиданную любовь. Он израненного, больного положил на своего вола, привез его в гостиницу, позаботился о нем, потратил свои деньги. И на другой день пообещал хозяину гостиницы, чтобы он следил за ним, а выходил его, и он рассчитается с ним позже, когда будет проходить. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Говорит Иисус человеку, который задал ему вопрос. Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Замечательный метод Иисуса Христа, который помогает нам понять, кто мой ближний, каким образом мы можем выполнять то поручение Христа, которое Он даровал нам, сокрыто в этих словах. Поэтому еще раз хотел бы вспомнить эти три библейских текста. «Идите, научите все народы». Как это сделать? Приобретайте их, делайте их ловцами человеков, таких же, как и вы. Делайте их учениками, сказано в Священном Писании. И вот метод Христа, в котором нет хитрости, как раз и раскрыт, мне кажется, в этой истории. Как хотелось бы, чтобы я и вы, все мы могли, вспоминая слова Христа, помня о Его поручении, которое дано всем людям, чтобы мы могли следовать за Ним, брать пример, служить людям, помогать им найти ответ, потому что христиане знают будущность, знают прекрасное благословение, которое имеет верующий человек, и хотели бы ими поделиться. Но это сделать не просто, потому что заботы века сего людям мешают принять эту добрую истину. Люди сегодня больше думают о чем-то земном, стремятся к чему-то сиюминутному, чем вечному и прекрасному. Пусть Господь поможет, чтобы мы могли сами жить этими вечными ценностями и стремиться помочь людям найти так же.